Global на этот матч выходил безоговорочным фаворитом не только игры, но и всего первенства. Они стартовали с 3 побед, 2 из которых с разгромными счетами. Футболисты в черном излучали уверенность, забили быстрый гол, затем закрепили результат, не встречая сильного сопротивления. У Олимпика мало что получалось, команда никак не могла включиться в игру и наладить взаимодействие. Глобал куражился, создавал моменты, забил и в 3-й раз, опять в пустые ворота. После 3 пропущенных желтые начали просыпаться. Увеличив темп, 1 мяч они все же отыграли. Затем была штанга, олимпийцы могли сокращать до минимума, но не повезло. Зато повезло Глобалу, в не самой очевидной ситуации они получили право на штрафной удар. При счете 4-1 игра была сделана, похоже, Глобал так и решил, но загнанный в угол зверь – это самый опасный хищник. Начало матча для Олимпика было полностью провалено, команда нуждалась в лидере, который поведет остальных за собой. В составе олимпийцев таковых нашлось 2, начало камбэку положил Ратников. Антон выскочил на свободное пространство и пробил со штыка. Начинание поддержал Максим Богачев, вступил в борьбу и самостоятельно создал себе момент для удара. 4-3. Глобал начал нервничать и ошибаться. Молодые ребята из Олимпика это заметили и вынудили соперника совершать фолы. Необходимое количество нарушений быстро набралось, и судья стал назначать пенальти. Оба раза к точке подошел все тот же Антон Ратников и был точен. Во втором тайме картина поменялась полностью, Глобал рассыпался, как карточный домик. Олимпик с каждой атакой прибавлял в уверенности, его победа была определена, а интрига оставалась только в разнице забитых и пропущенных. Богачев оформил дубль, еще 2 быстрые атаки, обе голевые, 8-4. Глобалисты поплыли окончательно. За очередную ошибку игрок получил красную карточку. В концовке Антон Ратников успел отдать голевую передачу и записать на свой счет гол, оформив по итогам игры покер, став героем всего матча. Ну, мы с командой уже выступаем, наверное, 5-6 год уже в Пушкинском чемпионате. Ну, всегда в первой пятерке. Ребята все у нас молодые, больше 27 лет ни одного человека. Это 2 старших, а так в основном молодежь 20-22 года. Сегодня как-то все-таки решили взять себя в руки после 4-1, стали отыгрываться. Может, нас эти мячи и привели в себя как-то. Мы вышли чуть как-то вяленькие. Вот пропустили как-то все, ну, оскалились и, в принципе, показали, я думаю, достойную игру сегодня. Огромное всем ребятам спасибо, все молодцы сегодня. Отдача вообще на высшем уровне. Одна мысль – подойти забить, так, тут особо гадать нечего, надо, вся команда тебя смотрит, нельзя подводить ребят, надо забивать. Ивантеевское дерби выдалось потрясающим по эмоциям и сценарию матчем. Молодые ребята совершили невозможное, показав спортивный дух и волю к победе. Футбол – это не только техника и взаимодействие, но и во многом психология. Нервы олимпийцев оказались крепче. В следующем туре им предстоит встретиться с Союзом и, возможно, продлить победную серию. Глобал сыграет с Малахитом, болельщиков ждет еще одно жаркое противостояние. Заполняйте трибуны, поддерживайте своих, борьба за медали только начинается. Павел Розин, специально для телеканала «Твой» и Футбольного союза Пушкинского района.